Идущий на профит, рад вас их видеть. Лайки, подписочки, колокольчики, конечно же, нажимаем, нажимаем, прожимаем, начинаем, смотрим, что у нас по битку и криптовалютам. Сегодня 29 ноября. Закрыли гэп, в принципе. И даже на CME не открыли новый. Поэтому торгуемся, точнее, стартанули на тех же отметках, на каких и закрывались на той неделе. Что тут у нас из интересного? Во-первых, по общим аккаунтам, я жду всплеск, уход под 72. Тут может быть перелой. Но, например, вчера в нашем боте тут шортили, если. Хотя нет, тут даже битва была. То есть сначала было больше шортовых аккаунтов. Далее тут кто-то подключил, еще шорт удалил. Потом, возможно, произошла либо ликвидация, либо еще что. Снова 5000, и начались набирать лонги. То есть сейчас уже преимущество кто-то набрал. А, опять начал. Опять вылезли шорты. Попытка зашортить. И затем уже сейчас большой перевес. То есть 72% у нас лонга. Но опять же, это нерелевантно. То есть кто-то, может, зашел. Как бы пока немного народу подключено. Стакан легко вертеть. Но уже радует, что пользуются. И, возможно, скоро можно будет сделать более крутую выборку. Ссылка в описании, подключайтесь. Пока функционал полностью бесплатный, он и дальше будет бесплатный. Там просто добавится много других строк, которые можно будет смотреть уже за донаты. Так-с. Круто было без звука. В США беспорядки, как думаешь, что будет с баксом? Ну там пока в лайтовом режиме, поэтому я не думаю, что будет что-то серьезно. Так, все-таки на битке был зажим, по CME это видно, посмотри, и по многим биржам, да, тот пролив с переломом на некоторых биржах смутил меня, сейчас пришли тестить зажим, и скоро отпадем. Я же еще раз говорю, да, по многим биржам действительно был зажим, то есть раз касание, два касания, три касания, четвертые пошли на пробой. Но, во-первых, не на всех биржах, это было только на CME, Binance, еще там трех биржах. На многих биржах здесь был перелой, это уже каждый сам для себя решает, брать его в оборот или нет. То есть форм, когда мы берем, тестим в первичное там сопротивление, кстати, вот тут нету, тут как раз таки гэп, мы тестим первичное сопротивление и потом очень сильно отлетаем, тоже такие варианты были, поэтому шортить, ну только кульминацию если. Ну и опять же, если ты говоришь про этот зажим, если мы говорим про этот зажим, ну тут в принципе тоже, да, раз, два. А, нет, вот здесь перелой, значит, это не может быть касанием. Ну, то есть только такой. Типа, раз, два. Но опять же, нет, линия контроля тоже не может здесь стоять, потому что от нее очень много сильных отбоев. А самое простое — это подрубить линию. То есть так вот. И вот так вот. Такой зажим еще можно представить. Раз, два, три, четыре. Плюс, наверное, кульминация тут нормальная, да, 0,5, 0,618. Ну, так вот, да. Но меня смущал, как бы, сквиз. Вот. Ладно. До новых встреч. Да прибудет с вами прибыль. Пока-пока.